Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В субботу все желающие приглашаются на конно-спортивный фестиваль памяти Михаила Каштанова, который пройдет в Красноярском районе, поселок Конезавод. Вас ждут яркие и красочные выступления, джигитовка, скачки и бега, конкур, костюмированные выступления на лошадях, а также концертная программа, работа вкусных и интерактивных площадок, детские батуты и игры, катание на лошадях и пони, а также на воздушном шаре, летние кафе, город мастеров, ярмарка фермеров, розыгрыш призов и благотворительные лотереи. Начало программы в 11 часов. Красноярский район, поселок Конезавод. Вход свободный. В воскресенье обязательно загляните в загородный парк. Здесь в 12 часов начнется культурно-этнический фестиваль «Раскудесы». Что же такое «Раскудесы»? На старославянском это означает «чудеса». И значит, вас ждут сказочные приключения, игры, забавы и народные представления. Будут работать три больших площадки – хороводная поляна, ремесленный городок и потешный двор. Для вас выступления музыкальных коллективов, мастер-классы по изготовлению бусин и кукол, резьбе по дереву, ткачеству и каллиграфии, показ мод, развитие костюма Руси с 10 века и до современности, а также исторический лагерь. В воскресенье. Загородный парк. Начало в 12:00. 27 августа в Самарской области пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Она приурочена к году экологии и столетию революции 1917 года. На открытых площадках кинотеатров, концертных залов, музеев, филармоний, библиотек и других учреждений культуры покажут лучшие отечественные фильмы. Также запланированы дополнительные мероприятия – фотовыставки, викторины о кино, флешмобы, концерты и многое другое. Зрители увидят фильмы, которые были выбраны россиянами в ходе голосования. А это «Кухня. Последняя битва», «Время первых. 28 панфиловцев». Для юных зрителей будут организованы показы мультфильма «Снежная королева 3. Огонь и лед». В Самаре фильмы покажут в художественном, а также в домах культуры «Победа. Чайка. Пламя. Сатурн» и в Самарской публичной библиотеке, а также в Центральной городской библиотеке имени Крупской. Время сеансов уточняйте в кассах. Вход на «Ночь кино» свободный. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!